Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Tower Conquest. Так, забираем все наши команды. Это я так, ребята, ради баловства их поставил на тренировку. Так, в магазин. В магазине у нас есть что-нибудь бесплатное? Бесплатно, да, есть у нас черепаха, тортила. Так, заберем здесь с арены награды. Так, призрак, 20 призраков. Ну что, сразу в бой. 15 крипты мы еще получили. Противник найден. Ну что, раз противник найден, значит, мы пойдем его бомбить. Пойдет у нас этот отряд, как всегда, топовый. И, как всегда, у меня фехтовальщик побежит первым. Ну что ты вышел-то? Со своим мечом каким-то, я не знаю. Весь... в зазубринах. Вот какой должен быть меч. Идеально острым. Так, тихо, 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 куда ты? Прыгун, успокойся. Все. Ну тут и понятно, тут многого и не надо. Подошел, брякнул, уничтожил. Так, ребята, ежедневное испытание. Давай посмотрим, кто разыгрывается. Жнец. Опять, ребята, жнец. А он мне нужен, жнец-то. Он уже у меня не прокачанный, да? До сих пор еще. Да. Поэтому предлагаю пойти. Друидка. Друидка, это, ребят, это будет плохо. Давай, наверное, сделаем так. Какую башню мне взять, наверное? Лучше фаербол, наверное, возьмем. И... прыгуна плюс... плюс зомби. Блин, ну если он успеет друидку вызвать, то нам, конечно, будет не сдобровать на самом-то деле. Так, служитель тьмы. А дело в том, что мне его прикрыть-то нечем. Так, еще и лучница вышла. Ну, ё-моё. Ну давай, выходи, родная. Бэмс. Идет такая довольная. На-на-на-на-на. На тебе, довольные. Всех вызвали. Все, тут можно, ребята, ускоряться спокойно. Ну что я могу сказать? Изично. Так, давай мне награду. 23 карточки на жнеца. Так, двигаемся дальше. Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот так вот. Ну, прыгун круто, конечно. Перепрыгивает, начинает бомбашить. Сразу тогда купим 500 баллов, да? Не отвлекаясь ни на что. Абсолютно. Как только накапливаем, сразу вызываем ведьму. И она, в принципе, тут будет уже с ними разбираться. Ну давай, ведьма, выходи. Что ты там свое отражение делаешь? Нет, это тебе не поможет, парень. Все, ускоряемся. Проще, парень, репы. Ну что, следующий сундук мы забираем, и там у нас будет сколько? 18 карточек, по идее. 13. Конечно же, 13. Ничего себе, я 18 загнул. Давай сделаем так. Можно, в принципе, и призрака взять вместо зомби-камикадзе. Все равно я его не успеваю, ребята, даже вызвать. Да и призрака тоже не успеем вызвать. Причем я призрака, когда вызываю, да, у меня надо, ребята, его постоянно вызывать. А... противник, когда вызывает, он у него постоянно летает. То есть он его один раз призвал, и он у него в круговую крутится. Паладин еще такой, да? Салабон с таким щитом, с мечом. Точнее, с копьем. Так, ну что? Призрак.
Отражение? Подожди, а как она убила призрака мне? Вопрос на засыпку. Как лучница убила... А, через отражение, все, я понял. Он активировал на башне пассивку и... Мой призрак, когда наткнулся на лучницу, через отражение, ребята, погиб. Все. Ну что, мы сделали здесь ежедневные события. Так, и теперь идем на поле боя. Так, у нас территория зах... О, тут, кстати, территория захватчиков и сразу следующий портал у нас. Так, значит, ползун. Попробуем этой командой. Ползун на ползун? Как ты думаешь? Он ничего не вызывает. Я тогда отправлю в путь голема. Блин. Ну, ё-моё, ну... Давай-давай-давай, отлично. Есть контакт. Молнии срочно. Отлично, мы его глушанули и подбили. Все, ребят, я ускоряюсь. Тут понятное дело, что мы его победим. То, что мы победили, это уже было ясно. Так, ребят, по... А, не последнее. Это у нас получается предпоследнее. Здесь жаба с пушкой будет. Пушка-заморозка, да? Так ее назовем. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Спокуха, дядя. Ты что делаешь? Блин. С молотом еще вылез. Фигня получилась на самом деле. Паровозик идет маленький. Так, обязательно, ребята, молнии. Ну, ёпрсте, ну серьезно. Ну куда ты, БФГ, ты стой сзади. Прикрывай, ты для этого, в принципе, и создана. Чтобы на рожон не лезть. А этот, конечно, бомбашит. Так. Давай еще, наверное, одного ползуна позовем на помощь и молнии. Мы как бы стоим на одном месте, ничего сделать не можем толком-то, посмотри. Ну, БФГшки там две штуки танцуют рядышком. Так, ну что, у нас получается последний этап. Здесь я возьму, наверное, ребят, наш суперотряд. Вот этот вот. Попробуем им пройти. Можно, в принципе, взять и вызвать. Нет, уже Ронина я вызывать не буду. А вот сейчас можно. Эх, как всегда, не шуршит. Не шиша. Теперь позовем Чумногу. Чумная нам здесь тоже, ребят, пригодится. Почему, блин, через отражение это не уничтожается, я не пойму. Вот тебе и... Фух! Ха! И готов, как говорится, бородавочник. Да не успе... А, нет, успел. Ну, куда ты побежала? Давай-давай, запинываем. Все, ребят. Уничтожили мы замок и забираем награды. Сундук захватчика. Здесь нам выпадает УФО, лорд пустоты, жаба с молотом и на телепорте. О, отлично. Смотритель 14 карточек. Тигр у нас прокачан полностью. Черепаха с пушкой, я не помню, ребят. 198 портал уже. 198. Еще чуть-чуть и будет 200. Так, ну здесь у нас что я вижу? Территория нежити. После идет территория роботов. Территория нефритовой долины. Дальше захватчики. Опять роботы.
То есть две территории с роботами. Окей. Здесь у нас некро. Некро. Блин, какой отряд-то лучше взять? Слушай, подожди, а почему я отряд-то не отправил на прокачку? На тренировку, скажи-ка мне на милость. Идите, тренируйтесь. Стоят они мне там, улыбятся. Так. А я пошел дальше наводить разборки. В принципе, я думаю, что вот этот отряд, наверное, будет неплох. Выпустим, наверное, сразу голема. Голема можно, в принципе, прикрыть БФГшкой или ниндзей. Что-то мне подсказывает, что надо брать ниндзю. Хотя... Да блин. Вот, вот она беда, ребята. Ауч. Есть. Главное уничтожить некро. Как только ты уничтожаешь все, сразу намного легче все становится. Так, зомби нам тут не нужны. Ну что же, первая победа за наших бойцов против нежити. Двигаемся дальше. Команду менять не буду, а будем отыгрывать ее по полной программе. Здесь уже чумнуха прибавляется. Чумная летучая мышь. Окей. Если я выпущу голема и следом ниндзю. Блин. Так, ниндзя, давай. Давай. Хорошо, хорошо пошло. Я даже скажу тебе, не то что хорошо, а вообще замечательно. И БФГ еще для кучи. Вообще изи. И добиваем. Есть. Блин, БФГ так прикольно смотрится. Такой глазами там по сторонам смотрит. Ну что, идем сразу на третий поединок, чтобы не рассусоливать. Здесь у нас зомби-камикадзе. Но я думаю, что его, в принципе, может взять спокойно на себя наш ползун. Без проблем. А, блин, причем-то вот значок, ребята, здесь, да, сделан. Как будто вампир какой-то. Бух, вот это классно. Это я понимаю, ребят. А вот этого я не понимаю. Блин, не нравится мне. Некро. Когда начинает вот своих этих выпускать, все. Они очень много наносят урона, ребят. Ну... Есть, подбили. Красавчики. Все у нас по красоте. Не успела выйти. БФГшка просто эту некрас снес. Видел, да? Просто лучу. Она попала под луч. Ой-ой-ой-ой, сейчас будет. Бум-бада-бум. Карточка на крипту мы получили. Слушай, ну неплохо мы здесь вырулили. Так, у нас здесь энергия закончилась. Давай тогда возьмем, наверное. Блин, подожди, а какой отряд-то лучше взять? Этот, что ли? Блин. Не знаю. У нас получается... А, ну в принципе всадник на журавле еще есть. Паладин и всадник на журавле. Да, это против летающих у нас. Блин, призрак этот бесявый. Ну, наверное, придется все-таки в первую очередь вызывать паладина. Как ни крути. Он с чумнухой справится должен. И еще всадника на журавле. Такая горючая, едкая смесь. Так, некро притягиваем. Правильно, чтобы не успела она здесь ничего сделать. Да, призрак, ребята, уничтожает потихоньку наших бойцов. Ну, здесь уже без шансов. Тут уже такая армия возле ворот стоит. Чего бы он там не призвал бы, чего бы он не сделал бы, конечно же, наши войска здесь продавят его.
Так, жнец. Ну, раз он... Ну, в принципе, он жнеца, ребят, не успеет же призвать. Наверное. Ладно, я не буду искушать судьбу, я вызываю мага-воина. А следом, как обычно, мы выпустим Ронина. О, нет. Не Ронин, ребята, а чумную. Сейчас взрывует. Почему вот сейчас вот призрак пролетел через отражение и даже не получил урона? Бежишь? Бежишь. И как назло выпадает этот, да? Зомби мне на пути. Есть. Ну что же, прошли мы территорию нежити. Забираем награды наши. Сундучок. И смотрим. Это все у нас прокачано. Абсолютно все. Следующая территория роботов. Трансформатор плюс... Так, ну я, наверное... Да, мы возьмем свой этот отряд. У нас практически будет одинаковый. То есть у него будет выходить молотильщик, и у меня будет выходить. Только я вначале вместо молотильщика буду вызывать щитобота. Он немножко неправильно сделал. Я думаю, ты понял, почему он неправильно сделал, да? Молотильщик, если будет выступать первым, то он будет бить первую цель. Так, давай. Пилим там, пилим всех подряд. Денежку дай, все. Просто армией молотильщиков распилякали ему базу. Ага, здесь, значит, тени толкай. Робот-физрук. Он у нас, кстати, стоит на прокачке. Так, тишина. Пока ничего, ребята, все тихо. Вышел, ну я правильно, я тоже так сделал. Вот, вот сейчас вот он правильно сделал, ребят. Только молотильщик, извини меня, сиганул быстрее. Сиганул быстрее. Так, ну-ка давай, иди сюда. Не хватало еще тут свое дергание, чтобы включал он. Взаимообмен произошел сейчас с пилами. Ну, всаднику на журавле по барабану. На этот взаимообмен его никакие пилы не возьмут. Вот и все. Ты видел? Мой молотильщик погиб, пустил пилу. Его молотильщик погиб, тоже пустил пилу. То есть взаимообмен пилами получился. Джаггернаут. Что-то уже джаггернаут. Третий этап только, а уже вышел джаггер. Ну, если что, паладина тогда будем вызывать. Наверное, взамен. Это единственный вариант, который я тут вижу. Окей. Эх, как нехорошо. Испугался сразу же. А вот и джиггернаут. Так, мы его оглушили. Это щитобот вот там прессует, по ходу дела. Еще оглушили. Еще одного паладина позовем. Еще одного паладина, еще одного щитобота. Так, ну что, можем ускоряться, в принципе. Да. Опять же, без шансов. Предпоследний этап здесь. Так, щитобот и хилбот. Помним. Как он будет делать? Я думаю, все знают, да, что он первого отправляет щитобота, а сзади пойдет хилбот. Да, та самая
скажем так, легендарная команда. Интересно, я успею? Не успею я нифига. Придется вызывать. Так, тебе не толкай, прет. Давай так сделаю. Как говорится, сразу на опережение бомбить буду. Чувак даже не успел ничего сделать. Просто не успел ничего сделать. Хилбот пришел, а уже этого молотильщика точнее, щитобота уже давно разобрали. Ну тут что-то вообще топово. Совсем топово, ребята. Разобрались, даже друидка не успела подойти на помощь к нам. Так, и последний этап. Термин 9000. Ну, с термином-то понятно, лучше не шутить. Блин, как я хочу, ребят, чтобы у меня термин был прокачанный тоже. По фулке. Я бы его брал бы тогда с собой. Ну, куда ты идешь? Куда ты бежишь, а? Эх, Ронин, чё ты сегодня не в духе? Что-то ты сегодня вообще у нас не в духе. Так, Джиггернаут. Это начинает отхиливать, ага. На тебе. Сразу потух. Ну тут все, походу. Да. Не дали мы ему здесь особо разбуяниться. Так, ну что, сундук роботов. Забираем. Так, ядерный робот. Кстати, ядерный робот у нас, по-моему, тоже не прокачан. И нефритовая долина. Ой, блин, самурай с этим стырокошей. Ой, зачем я... Твою налево, зачем я так сделал? Ой, ребят, я вообще не так хотел. Зачем я этот отряд потратил? Скажи вот мне на милость. Непонятно. О, начинается дурачество его. Тыч. Так. Сейчас таракоша начнет тут буянить. И все впустую, да? Нет, нормально. Я специально ускорился, потому что здесь нет смысла выжидать чего-то. Только первый уровень, мы уже подошли к базе и, соответственно, ее раскурочили. Вот какой нужно было отряд брать. Фехтовальщик. Плюс Джиггернаут. Ну, я думаю, что Джиггернаута, наверное, надо будет вызывать первым все-таки. А уже после фехтовальщика. А еще даже лучше не фехтовальщика, а вообще, ребята, вызови этого баллисту. Вот это будет самый шик. Да на ты, получи. Ишь, психует в истерике. Встрял. Вторая баллиста выходит у нас. Зачистил ты, парень. Дай-ка я так сделаю. Все. Таракош у нас в темнице сырой сидит. Ничего сделать, естественно, не может. А мы двигаемся дальше. Так, третий. Блин. Вуджен здесь. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, в принципе, если, друзья, баллиста, например, будет у нас... Как она будет? Ты никак так не сделаешь. Чтобы она... Нет, ну, можно, в принципе. Она достает-то далеко. Но Вуджен... Ты не забываешь, он на расстоянии применяет свою фигню. Свою эту бренчалку.
Слушай, самурай, ты зачастил уже, а? Вот и Вуджин, ребята, вышел. Предлагаю сделать вот так вот. Говорил же, баллиста справится. И справился он. Смотри, у него что не смерть у самурая, то начинает истерику врубать. Предпоследний этап. Я ничего, ребят, менять не буду здесь. То, что там черепаха, это все для нас ерунда, семечки. Мы, как говорится, пройдем маршем по их головам. Ну что, Джаггера вызываем, да? Или подождем пока? Можно вызвать Грифона, чтобы он ему мозги покомпенсировал. Слушай, а я вот не знаю, он воздушной цели бьет или нет? Хоп, и все. Блин, он хочет освободить их. Ну, чумнуха, чумнуха. Грифа. Есть. Блин, как же я хочу прокачать своего грифона, а, чтобы он у меня был нормальным, топовым. По фул прокачке. Так, не выпадает карточки, ребята. Карточки не выпадают, событий нету. Обидно. Так, последний этап. Слушай, ну тут богиня солнца, можно было бы даже, в принципе, и не брать топовый отряд. Хотя, богиня солнца, если, ребят, если она вперед выпустит кучу танков и сзади будет бомбить, особенно когда этот в истерике, то, извини меня, богиня солнца, знаешь, как прожаривает до хрустящей корочки своих врагов. Так что лучше не искушать, как говорится, судьбу и делать все как надо. Блин, тем более, когда вот Джен, блин. Во-во-во-во-во, вот на это я и рассчитывал, друзья. На, на, получи и распишись. Все. Быстро и шикарно. Забираем награду. Что нам тут достанется? Жаба, сакура и богиня солнца. Так, друзья, территория захватчиков. Уфо и... и жаба с молотом. Уфо и жаба с молотом. Естественно, он будет сейчас Уфо отправлять. 100% в первую очередь. Или не будет? Сейчас похитят. Ну давай, 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 отлично. Опа. Ха, пришелец тоже попал в клетку. Вообще топ. Я, кстати, не думал, что так можно. Оказывается, можно пришельца ловить. А ничего, выпендриваться, да? Так, подожди, а у нас вообще энергия-то еще осталась, чтобы дальше как-то двигаться? Нету. Нету, друзья мои, больше у нас ничего. Поэтому я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.